Школа маленьких и больших гениев. Технопарк «Кванториум» с каждым разом становится все лучше. Появляются новые программы доп. Образования. Теперь серьезная наука не кажется скучной. Запустить в космос сделанный своими руками спутник, вывести ДНК растения или животного и клонировать его, а может, похимичить, легко. Мне больше всего понравилось, когда у нас мы выращивали кристаллы. Сегодня мы окрашивали разные жидкости, добавляли в них разные растворы, и они окрашивались. Мы брали воду мыльную, то есть в нее жидкое мыло добавили, потом взяли газ, так перевернули, чтобы была газовая пена, брали ее на руку и поджигали на нее. И так передавали, так же цепочку сделали. У нас большое количество занятий. Мы делаем разнообразные опыты из области биологии, химии, физики. Значит, подбираю такие опыты, которые наиболее обладают таким вау-эффектом. В Хакасии работают десятки учреждений доп. Образования. Два года назад в рамках нацпроекта «Образование» запущен региональный проект «Успех каждого ребенка». Перемешайте, затем откройте пробирочки. Главная цель – за несколько лет обеспечить детям доступные условия для воспитания гармонично развитой личности, пробудить интерес к науке. И все это совершенно бесплатно. В Республике Хакасия произошло очень много нового в сфере дополнительного образования. У нас создано много новых программ. На все эти направления, на любую программу можно записаться через портал «Навигатор дополнительного образования Республики Хакасия». Это такой портал, который соединяет, агрегирует в себе все абсолютно ресурсы дополнительного образования региона. Родителям достаточно заполнить простую форму на сайте и подать заявку. С юных лет себя попробовать можно в самых разных ролях. От предпринимателя до космонавта и роботехника.